Привет, мои дорогие. Сейчас сделала себе опять ноготь. У меня сломался один вот этот ноготь в середине. Я открывала холодильник и дернула так, и ноготь остался. И я пошла сейчас делать один ноготь. И даже не спрашивала, сколько стоит, ничего. И мне сделали бесплатно, ничего с меня не взяли. Правда, цвет чуть-чуть отличается. Он чуть светлее, чем остальные. Они не могли найти цвет, которым я делала. Там у них столько выбора. Наверное, оттенков 150. Ну, цветов разных. И искали мы минут 10 такой же цвет, как у меня был, и не нашли. И девочка, я ей говорю, это пудра была. А она начала лаки смотреть. Она не поняла, она еще плохо немецкий язык знает. И не поняла, что это пудра была. Акриловая пудра такого цвета, такая вот малиновая. Ну ничего, зато ноготь целый. А то было стыдно ходить. Все ногти длинные, а один такой поломанный. Я такая довольная, что отремонтировала. И они с меня ничего не взяли. Это вообще... классный сервис. Как вы считаете? А как вы делаете, если у вас вот ломается один ноготь? Сколько с вас берут за это? Или тоже так бесплатно делают? Пишите мне в комментариях, мои дорогие. А что еще хочу рассказать насчет вот этой езды? Езды вот эта змейка. Вот это я была так возмущена, что меня так вот подрезали. И тут на следующий день прихожу на работу и включила там радио и слушаю, значит, по радио говорят, ночью возле Вуперталя на автобане была перестрелка. Там тоже была такая ситуация, что две машины съезжают с двух полос на одну узкую. И они не могли договориться, один подрезал другого, был Мерседес и Ауди, и... тот, кого подрезали, достал пистолет типа воздушки и начал перестрелку по подрезавшему его автомобилю. Попал в лобовое стекло и водителя попал то ли в грудь, то ли в живот. Ранение ему огнестрельное нанес. И полиция разыскивает, значит, кто же это был. Ну, еще, по-моему, не нашли. Так что вот вам, какие здесь агрессивные водители, как они не уступают друг другу место. Как два козла встретились на дороге, уперлись рогами, и никто одному другому не уступает дорогу. Так вот опасно ездить, особенно ночью, мои дорогие. Лайкаем, подписываемся, оставляем комментарии. Вам не трудно, мне приятно. 77% моих подписчиков, моих, кто меня смотрит, на меня не подписаны. Только 23% на меня подписаны из моих зрителей, а 77% нет. Так что подписывайтесь, товарищи. Это будет хорошо для вас. Будете получать оповещения. Не товарищи, а господа. Товарищей уже нет. Мои дорогие зрители и подписчики, подписывайтесь и рассказывайте своим друзьям, знакомым, и будете получать от меня оповещения. Нажимайте на колокольчик, вам это ничего не стоит. А YouTube будет продвигать мой канал, мои дорогие. Я тогда больше для вас буду делать видео и чаще. Ну, счастливо, мои дорогие. Какой у нас Текамак?
Классные подушки, 20 евро две штуки, зеленая, розовая, такая. Такие у нас Текомаксус.